Хай, бич! Вчера я наткнулась на эту запись и этот комментарий. 30к она ваша. А зачем покупать? На утро же я помчала искать ушки от пивных банок. Получается, это DIY. Для этого нам понадобятся ушки от пивных банок. Хрен знает, в каком количестве ножницы. Ну, короче, для начала мы отстёгиваем вот эту маленькую петюльку. Вот, сейчас вы видите, как я это делаю. Все еще делаю. Посмотрите на мои руки, просто пожалейте себя. Теперь мы разрезаем вот в этом месте, чтобы их потом соединять. И так со всеми штучками. Теперь вот, короче, как-нибудь, я думаю, ваши инстинкты догадаются, как это все соединить. Вот такое звено у нас получилось. Проделываем это все с остальными ушками. Ну, если приловчишься, это вообще по кайфу. Смотрите, чтобы у вас были ушки одинаковые, потому что вот маленькое ушко и не запихнуть абсолютно. Это идет в брак. Короче, такая цепочка получилась. Что делать? Этим даже шея не обходить. Давайте сделаем, применим идею, сделаем это проследом. Правда, это будет смотреться кринжово, но проследом нас хватает. Я возьму цепочку, чтобы обхватить зону, которой не хватает на шею. Ну что ж, сейчас вы видите закадровую ситуацию. Ну что могу сказать, как мне это одеть, а, друзьяшки? Переместимся же в хорошее место. Я надеюсь, что вам очень понравилось это видео. Поставь лайк, напиши комментарий и подпишись на канал. Всем удачи, всем пока! У-ху-ху-ху.